любая игровая форма позволяет активизировать участников и лучше усвоить материал. Потому что, ну, простой пример. Можно сидеть и как в институте или как в школе достаточно занудно изучать какой-то документ, тот же правовой документ. Если добавить сюда какой-то элемент игровой, это можно делать без потери качества, включить всех желающих, иногда даже не желающих, потому что у них есть возможность изучить документ в группах, помогая друг другу, искать ошибки в каких-то, допустим, документах, связанных с договорами, с актами, и тем самым получать ответы на вопросы, которые у них возникают. Нам нужно было показать участникам всевозможные методики, которые можно использовать на разных этапах тренинга. Причем наша задача стояла еще и двойная. То есть мы должны были показать какую-то форму, самые разные формы, пояснить, где, в каких частях тренинга это можно использовать, потому что каждую форму можно использовать в разных местах. И в то же время мы говорили еще и о том, как эту форму модифицировать под состояние участников, под какую-то определенную тему. И в результате вместо одной формы они получили, что-то придумали сами, что-то узнали от нас, они получили множество вариаций одной и той же формы, по темам, по видам, по срокам для разных участников и так далее, и так далее.